В канун самого романтичного праздника вы мечтаете выглядеть идеально, но мешают мешки под глазами. Ну что ж, мы с вами спасены. Прямо сейчас прекрасная женщина, телеведущая Екатерина Павлюченко покажет уникальный комплекс упражнений, который буквально за 15 минут избавит вас от припухлостей под глазами. Встречайте Катю. Катенька, спасибо, что пришла. Ты впервые у меня в гостях. Катерина Павлюченко, чарівна жінка і ведуча шоу «Дешево та сердито». Катя встигає все. Виховувати маленького сина, приділяти час коханому чоловікові, працювати на радіо та телебаченні. Такий напружений ритм життя неодноразово призводив до недосипань, в результаті яких з'являлися одвічні жіночі вороги – мішки під очима. Та Катя знайшла спосіб, як з цим боротися. І виглядиш великолепно. У мене є ще один повод сказати об этом, не просто потому, что ты красавица, спасибо, так потому что ты родила малыша не так давно и в такой прекрасной форме. Спасибо, Надюш. Внешнее отражение в зеркале меня не всегда радовало. Я перепробовала множество средств, начиная от замороженных пакетиков чая, которые я прикладывала. Были дорогие крема. Была даже идея сделать себе блеферопластику. Это лазером, вырезать? То есть полностью, да, убрать грыжи. И была очень разочарована, когда хирург сказал, что у меня грыж нету. Что наоборот же, это хорошо. Да, но мешки-то от этого не уменьшались. Ну да. Ну и после этого методом пробы и ошибок я пришла к комплексу, когда вот с помощью специальной гимнастики можно сделать свой взгляд и свои глаза молодыми и красивыми, без мешков. Ты готова поделиться сегодня? Готова. Отлично. А скажите мне, пожалуйста, мои дорогие, у кого есть такая проблема? Припухлости под глазами, мешки под глазами? Ого. Конечно, у большинства, да, потому что вот такой напряженный график жизни, недосыпы, слишком много жидкости перед сном, все это приводит к тому, что утром мы какие-то опухшие просыпаемся. Ну вот давайте познакомимся поближе. Вас как зовут? Елена. Елена, есть мешочки под глазами, да? Да. А вы пытались как-то решить эту проблему до того, как Катя к нам в гости пришла? Ну, уже лет 20 я пытаюсь решить эту проблему. Тоже и крема, маски, народные способы, картофель, ложки замороженные, пакетики. Ого, какой список! Ну а вот с помощью упражнений. Сегодня попробуем? С удовольствием. Да, кто еще хочет высказаться? Пожалуйста, вы. Как вас зовут? Меня зовут Татьяна. Таня. Цветущий вид, все прекрасно, а вы все чем-то недовольны, так? Да, недовольна по утрам своими мешочками под глазами. Под глазами. Потому что я перестала высыпаться, у меня маленький ребенок. Коллега. Ну, а вы хотите избавиться от этой проблемы? Это было бы волшебство. Так, и, пожалуйста, кто еще? Здравствуйте, меня зовут Аня. И мешки под глазами – это моя утренняя проблема. А я думала, вы скажете, это моя гордость. Ну, то есть вы в хорошем настроении начали. Как пытались решить эту проблему? Картошечка, чаек. Жареная картошечка с чайком. Все как у всех. Все пробовали, но вот такого эффективного средства не надо. Да, нет ничего. Это только три таких истории мы услышали, а ты видела, сколько рук. Я уверена, что поскольку ты была в положении, когда разучила этот комплекс, то ты к этому вопросу отнеслась очень трепетно. Главное противопоказание – это первое. Нельзя делать, если есть заболевание лицевого нерва. Второе – если человек пережил гипертонический криз. И третье – если вы делали пластическую операцию на протяжении двух последних лет. Итак, если нет противопоказаний, мы можем располагаться удобно и внимательно следя за Катенькой, начинать. Для начала необходимо вымыть руки, и личико тоже должно быть чистым. Потом мы садимся поудобней. Спинка должна быть ровная, шейка также натянута. Прежде чем приступить к комплексу упражнений, мы сделаем с вами небольшую разминочку. Для этого глазки отводим сначала вправо, влево, вверх, вниз, вправо, влево, вверх, вниз. Также очень хорошо работают круговые движения. По часовой стрелке и против. По часовой стрелке и против. И обязательно моргаем. Раз, семь, десять. После этого приступаем к первому упражнению. Оно называется жмурки. Значит, нам необходимы наши указательные пальчики, которые мы кладем на наружные уголки глаз. Глаза при этом закрыты, веко должно быть натянуто так, чтобы не образовывалось морщинок. Это очень важно. Затем мы пытаемся жмуриться. Жмуримся в течение 6 секунд. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И расслабляемся. Жмуримся и расслабляемся. Следи внимательно за тем, чтобы веко при расслаблении было ровным, без морщинок. Давайте еще раз. Жмуримся,
Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И расслабляемся. Прекрасно. Повторяем 10 раз. А как это работает? Во-первых, мы тренируем круговую мышцу. Во-вторых, это очень хорошая профилактика от гусиных лапок. А мешки уходят, потому что все 5 упражнений, они в первую очередь направлены на борьбу с мешками. А то, что мы избавляемся от гусиных лапок, это такое побочное действие. Бонус. Бонус. А вы делали? А то я глаза закрыла, ведь и ничего не видела. Следующее упражнение называется гримаса. Теперь мы уже задействуем наш рот. Открываем рот в форме эллипса. Чуть шире. Это вот, да, вот, очень хорошо. После этого берем подушечки указательных пальчиков и кладем под глазницу. Надавливаем, не боимся. Рот открыт эллипсом. Закрываем глазки и поднимаем глазное яблоко вверх и оказываем сами себе сопротивление. То есть не даем себе открыть глаза. А я тебя боюсь! И когда сопротивление достигает максимума, фиксируемся на 5 секунд. Это очень хорошее упражнение для того, чтобы укрепить верхнее веко. То есть помимо того, что мы устраняем мешки под глазами, оно не дает нашим векам стать дряблыми и не дает появиться морщинкам. Девчоночки, когда мы исполнили это упражнение, мы не спешим открывать глазки. Расслабляемся. Когда из глаз полностью ушло напряжение, только тогда постепенно, аккуратненько открываем глаза и закрываем рот. А, кстати, есть какие-то ощущения, да, уже вокруг глаз? Вот. Следующее упражнение очень простое. Называется взмах бабочки. Делается оно вот так. Голова, особенно сейчас следим, чтобы головка наша была ровная, спинка натянута. И хлопаем ресничками 10 раз. То есть на счет 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Делаем это как можно быстрее. Когда мы дохлопали до 10, закрываем глазки. Нижнее веко и верхнее веко должны быть плотно сжаты. Но при этом на лице не должно образовываться морщинок. То есть лицо расслаблено, веки в напряжении. Считаем до 6. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И открываем глаза. При этом глаз должен быть расслаблен и фиксируем вдали одну точку. Смотрим на нее на протяжении 5 секунд. Раз, два, три, четыре, пять. Вот казалось бы, мы целый день и так моргаем, сами того не замечая. Но нет, еще и отдельно надо поморгать. Надюш, мы моргаем для того, чтобы очистить глазик от пыли, для того, чтобы увлажнить нашу роговицу. А в данном случае мы действительно качаем мышцы, потому что мы чередуем сокращение и полное расслабление. Слушай, ну когда ты успеваешь еще и упражнения делать? Ведь помимо работы у тебя теперь есть еще и маленький человечек, Вадим. Да, вот и у Вадима сейчас лезут зубки, поэтому маме как никогда очень важно делать эти упражнения для того, чтобы хорошо выглядеть. Следующее упражнение мое любимое. Моему Вадюше очень нравится это упражнение, чеширский котик. Он даже когда вредничает, если я его делаю, он на меня внимательно смотрит и улыбается. Мы прижимаем губу к зубам, потом щурим нижнее веко, улыбаемся, но кончиками губ, направляя энергию как бы в щеки. И затем наши глазки смотрят в потолок. В таком положении мы должны просидеть 10 секунд. Продолжая щуриться, смотрим в потолок? Да, можем мяукать. Выглядит это следующим образом. Прижала губу. Вот. Веки защурились. Я понимаю твоего сына. И здесь улыбаюсь. Да, видала я котов без улыбок. Но улыбку без кота. И смотрю в потолок. На котика похоже? Очень. На очень хорошенького котика. Ну что, давайте и мы блеснем выражением лица. Прижали губку, защурили глазки, только низ глазок, улыбнулись кончиком. О, какие красивые. Ротика, глазки, в потолок. Губу прижми. И говори мяу. Мяу. Ротик закройте, рот должен вот. Мяу. Мяу. Что мы делаем? Боремся с мешками под глазами. А сколько раз сделать это? Ну, чеширского котика достаточно 5-8 раз. Это упражнение. Во-первых, укрепляет кольцевую мышцу. Во-вторых, качает верхнюю часть скул и способствует заполнению пустот под глазами. И на дорожку упражнение, которое называется орангутанг. От буквы О, которую мы будем рисовать ртом.
Делается оно следующим образом. Мы берем два пальчика, указательный и средний, и кладем на нижнее веко. Вот так, фиксируем. Затем наши глазки смотрят в потолок, а ротик рисует букву О. В этом положении мы моргаем дважды, а потом на счет два опускаем глаза вниз и закрываем рот. Очень хорошее упражнение для профилактики второго подбородка. Сперва начали бороться с мешками под глазами, а исправили все проблемы на лице. Отлично. Я так понимаю, что если проблема длительная, то есть мешки под глазами уже несколько лет, вот как у некоторых женщин у нас, тогда нужно заниматься регулярно, и постепенно эта проблема исправится. А если это такая припухлость, которая, ну вот вдруг возникла, ты не выспалась и припухла немножко, то буквально за 15 минут эту припухлость можно убрать, да? Да, а у тем, у кого это уже, знаете, как хроника, можно сказать, тем девочкам я рекомендую делать подобные упражнения 2 раза в день, только через день. Ну и, конечно, нам нужно узнать впечатление. Так, пожалуйста, давайте с вас начнем. Спасибо большое. Упражнения простые, что самое главное для меня, это не занимает много времени. И глаза не настолько уставшие. Вот ощущение отдохнувших глаз. Да, действительно, и выражение лица более бодрое. Мне кажется, вот как будто глаза раскрылись. Да. Мне очень нравится, как выглядит Татьяна. Вот посмотрите. Спасибо огромное. Упражнения несложные. Мне очень понравилось. По крайней мере, эффект виден на вашем настроении. Спасибо огромное. Отлично. Так. Мне очень понравилось, потому что занимает не так много времени, как нам всегда кажется. И для этого нужны только чистые руки и совсем чуть-чуть полюбить себя. Да, а хорошее настроение и улучшение внешнего вида гарантированы. Катенька, спасибо тебе огромное. Прекрасно. Привет, друзья! Понравилось видео? Ну что же, оставляйте свои комментарии, делитесь им с друзьями и подписывайтесь на наш канал, чтобы первым быть в курсе всех полезных и интересных новостей.